Конечно, мы все против китайской экспансии. Но китайская экспансия – это только следствие. Настоящая причина – это Назарбаев и Карим Масимов. Сначала о Масимове. Страна – Казахстан. Я вас очень прошу, не считайте Карима Масимова уйгуром. Этот человек публично отказался и предал свою нацию. Он сказал, что он казах. Это человек без нации. Потому что ни один уйгур не считает его своим. И ни один казах никогда не будет его считать своим. Это просто жополиз Назарбаева. Человек, который предал и отрекся от своей нации, сейчас руководит Комитетом национальной безопасности Казахстана. Вы подумайте, если он предал раз, что ему стоит предать и продавать Казахстан? Сейчас доходят слухи, что он не знает, ходит, не знает, под кого лечь. Под Кулебаева или под Даригу. Масимов, понимаешь, тебе не позавидуешь. Не позавидуешь. Не хотелось бы оказаться в твоей шкуре. Тебя ненавидят все. Я знаю, сейчас поиски мои начнутся и прочее. Меня спрячет мой народ. А вас кто спрячет? Кто тебя спрячет?